Самой высокой организации с года в год растет, база расширяется, места новые тоже появляются, поэтому молодец в этом плане. Очень грамотно. David Squad. And for the players it's an amazing experience because they're exposed to high level in the great facilities. Ну, желаю удачи. Как впечатление ваше о турнире? Все в порядке. Впечатление будем делиться немножко позже. Турнир, на котором только мы были. Николай Дмитриев. Это лучший турнир не только в России, но и в мире. Такой организации нигде в Европе нет и не будет. Очень важно, что детям предоставлено полноценное, в общем-то, условие для того, чтобы они играли хорошо. У них организован отель, бесплатное проживание, у них питание трехразовое. Бесплатное. Шаттл бесплатно доходит из отеля, возит на турниры обратно, на тренировку и обратно. Предоставлено время для разминки бесплатное. В общем-то, это прям роскошная организация, которая, ну, редко встречается. В академии у меня есть два тренера, моя мама и француз Пьер де Босс. Мы всегда рады, пожалуйста, приезжайте. Как впечатление? Все отлично. Спасибо большое за прекрасный турнир.